Жизнь строится на равновесии. Равновесии даруемого и получаемого. И леса дают нам так много. Они очищают нашу воду, очищают наш воздух. Борются с изменением климата, поглощая углерод. Они дают нам пищу, жизненно важные лекарства и улучшают наше благосостояние. Но наши леса уязвимы. Им угрожают пожар, вредители, засуха и другие опасности. Именно поэтому они нуждаются в нашей заботе. Мы должны не только брать, но и давать. Здоровые леса, здоровые люди.